Всем привет, друзья! Вы на канале Ольга Ворончихина. Сегодня я готовлю рассольник на овощном бульоне с добавлением отварной куриной грудки. Когда у меня мало времени, я готовлю такие экспресс-супы, я называю. Почему экспресс? Потому что перловка у меня всегда отварена, лежит в морозилке в пакетиках порционных. Вот это вот на кастрюлю 4 литра. Где-то 250 грамм у меня в отварном виде. Ну, горсть перловки нужно на 4 литра кастрюли. Отварная грудка тоже отварена не сегодня. Я все это почикаю мяско и добавлю потом в суп. Здесь у меня корнишончики маринованные вместе с рассолом. Вот такой вот кусок большой морковки, луковица и 4 небольшие картофелины. Сейчас почищу картошку. Так, вода закипела. Опускаю картошку. Картошка, когда закипела, я посолила ее совсем немножечко. Потому что у нас еще будет рассол соленый. А сейчас я сюда опускаю нарезанную грудку. Пусть сейчас еще покипит. Курица с картошкой закипела. Пусть они подружатся между собой минут 5. А у меня тем временем разогрето масло. Сейчас я буду обжаривать морковку, затем лучок. 5 минут курица варится, уже 10 минут варится суп. Курица подружилась с картошкой, добавляем сюда перловку. А морковочка у меня обжаривается уже с лучком. Так, перловка кипит. Морковка обжарилась с луком до золотистого цвета. Сейчас сюда отправляю нарезанные корнишоны. И обжариваю минуты 2. Сейчас добавляю сюда полстакана рассола. И пусть все это тушится еще минутки 3 под крышкой. Прошло 3 минуты. Сейчас будем овощи добавлять в суп. Суп с овощами кипит уже минут 7. Через 5 минут после того, как овощи я заложила, я положила лавровый лист. Он поварился 2 минутки, я его сейчас убрала. Больше он мне в супе не нужен. Супчик я поперчила, добавила соли по вкусу. Положила консервированную зелень. Вот видите, какой у нас получился вкусный, ароматный, красивый супчик. И главное, не затратный по времени. Сейчас я отключу плиту и пусть он еще томится под крышкой. Суп я заправила своей любимой заправкой. Майонез плюс сметана плюс горчица и плюс зелень. Время приготовления супа у меня вышло 35 минут. С момента того, как я поставила кастрюлю с водой на плиту и до того момента, как я его отключила. Это видео у меня для начинающих хозяек, в частности, видео для моей любимой дочки. Пусть смотрят девчонки, перенимают опыт и кормят свои семьи. Ну а всем нам приятного аппетита! С вами была Ольга Ворончихина. Пока-пока, до новых встреч!